Заместитель начальника региональной службы по тарифам Владимир Пасечник скоро эту самую службу сможет возглавить. Михаил Мень направил соответствующий документ о новом назначении Пасечника в Федеральную службу по тарифам. Об этом на заседании правительства рассказал вице-губернатор Виктор Смирнов. А вот о судьбе Анатолия Головкова, бывшего руководителя службы, ничего сказано не было. По карьерной лестнице в правительстве Владимир Пасечник шагает быстро и уверенно. В РСТ он пришел сравнительно недавно. До этого возглавлял Шуйскую администрацию.